рад услышать песню былую. Как дела? Не лай же, не лай, не лай. Так, аккуратно. Бля, тут ее не хватит. А с той стороны, наверное. Ребятушки, все пришли. Давай здесь расположимся. На. Ой, здесь. Дед Моисей. Не ко мне, я забираюсь ко мне хорошо, вот у Серега Сколков. Забуду все там, сейчас это 88. Самый богатый какой камень? Не понял. Богатый камень? Да. Это как, смотри, богатый? Самый дорогой, скажи? Да. Какой? А я скажу тебе, изумруд. Нет. А какой? Нет. А он такой? Нет, извини, нет. Я не понимаю. Какой? Ну, то ли говори. Какой? Вот ты, говоришь, пока мы не разбираем. Да, я... Да какой самый дорогой камень? Дорогой? Да. Ну, богатый дорогой. Да. Ну, скажи мне, сейчас тебе... Я не буду говорить. Ты давай скажи. Я букву назову. Давай. А, алмаз. Нет. Он дорогой. Нет. Изумруд. Нет. Аквамарин. Нет. Топаз. Нет, это все раздавинность это. Ты уже Менделеева плохо знаешь, таблицу. Ну хорошо, первую букву скажи. Не зови название. Ну? Так ты по камням, а я-то не разбираюсь. Сейчас что-то он мне вообще какую-то херню опять скажет. Какую херню? Первую букву скажи. Самого богатого. Первую букву, я потом догадаюсь. Самый богатый этот камень. Самый богатый. Ну. Вот такой вот. Вот, понял. Берился, это раздвинуть из... Ой, глупо. Какой? Первую букву. Так вот ты по камням разбираешься. Нет, ну, ёб твою мать. Знаешь, в алфавите 33 буквы в нашем русском. Да. А я прошу первую букву. Если я был дурак, я бы не сказал тебе. А я не знаю, я, может, скажу еще или нет. Ну, потому что я... Толя, ну... Все, Толя не знает сам, что ли, да? Да я знаю. Толя, челку спалил, да, видишь, блядь? Да и хуй. Да ладно, ничего. Это не страшно. Мы не на подиум, не хили. Ну все, и короче, куда, Моисей не угадал. Куда ты льешь, блядь? Не горит. А какой самый богатый? Ну вот, изумруд. Нет. Нет. Не знаю, я сколько камнях разбираюсь. Асбест? Нет. Я сбился с хорошками, но он определенный. Вот такой дом. Вот, знаешь, вот такой вот. А ты и сам не знаешь, просто забыл и все. Забыл. Ну, ну заебись, загадал загадку, блядь. Турмалин, но он поделаешь. Есть камни первого класса, второго, есть поделочные камни. Яшма, турмалин, там и мрамор, это поделочные камни. Есть по классы первого класса, камни первого класса. Это вот, допустим, топаз, там... Марихуаны. Я вот что-то маленькое там. Полез не туда. Вы привыкли к марихуанам и всем хуйне. Всем хуйне привыкли. Марихуаны. В чем вообще? Марихуана это наркотик. Это зелень какая-то. Я имею в виду. Пока он камни, да? Дед, переворачивай нахуй мясо. Нет. Ну вот там подгорает уже. Нет. Рано еще. Да вообще нихуя не горит. А, сырой сидите. Да. Все равно благодарен, что как-то вы меня на природу вывезли. Ты уже давно на природе не был. Вчера меня на вывозили на светлую садиться вот там. Крепышку. К Юрию, наверное, вывозили. Все к Юрию. У меня да, брата свой участок Юрий. Там, блядь, все заброшено, там вот хоть там и там. Там 10 футбольных полей там. Ветер там, хоть аэроплан А что за это? Ты что, картошку вскапал? Мясо-то уже можно есть, блядь, готово уже. Ты переверни вот эту вещь, это, тут огонь сильнее, он сюда переверни. Так. Ну что вот чуть? Да подскажи, блядь, сделай сам, что это? Зачем? Посмотри, а ты что так не угадал камень-то самый дорогой? А? Не знаю. Там он... Ты знаешь, да такими знаю, вот пластами этими, куклами, как же они, блядь. Ну не гранат же, блядь. Нет. Спесартин, гасуляр гранат, он зеленый, спесартин красный.
Да бесполезно. Просто слышал звон. Слышишь, звон, не знаешь, дед. Вот так вот нахуй Моисей сказал, да? Да я забыл. А может, ты забыл, так может он угадал его? Просто ты забыл. Больше нет. Ну, гранит, булыжник. Да, булыжник нахуй. Дресьва. Ты же знаешь, что оружие пролетариата какое? Не знаю. Булыжник пролетариат, но когда революция была, 5-го, 16-го, про Дмитровки были. Дед. А, вон, я вон, Моисей, ты пока переворачивай. Нет еще. Так, что сказать-то, блядь. Моисей, вот если ты нашел миллион рублей, что бы ты с ними сделал? С миллионом? Я знаю, что сделал. Во-первых, Люба у меня есть, подружка хорошая. Ну, она уже старше меня, 4 года. Ты немножко погромче говоришь, что я не слышал. Я бы дал денег, я бы с ней в Израиль поехал. Я бы вылечил ее. Вот и все. В Израиль, в Германию. Ну, а осталось бы еще куда дел, если бы осталось. Мне хватит, ну, миллион. А ты что сделал? Я? Да. Я бы хату купил. А нахуя, я тебе говорю, давай тебе хату снимем, ты не хочешь жить? Бросай пить, мы тебе хату снимем. А где у меня деньги? Не, мы тебе снимем хату. Тебе это надо? Ну, а если ты пить бросишь, то снимем хату. Где-то подселим, где-то гостинка есть, блядь, будете жить вдвоем. Че вам, хули, под старую жопу? Я один. Ну, убьешь его тоже, как Рыжика, да и все, хуй. Нет. А где Рыжик, блядь? Рыжик дома. Ты будешь дома, нахуй. Да, дед Василий? Возьмешь его на ПМЖ? Вовка Рыжий, привет тебе. От деда, к бывшего кучерявого, обжженного этого, нахуй. Не надо, это не надо. Вот у тебя обжженный, блядь. Ты же черт хороший, оригинальный поддерживаешь. Рыжий, да? Привет тебе от старого. Толяна, сеструху поздравь с праздником. Ладно, ты давай, смотри, у тебя разгорелось у тебя. Где? Как вышел, пошел, давай переворачивай. Да не надо. Вот этот кусок туда, вот так. Черт побери, переворачивай, давно уже. Давай, дед Моисей, блядь, руководи нахуй. Да че, при чем ты, я не руководитель? Нихуя не пить. Так ты вот так вот смотри, ёпт твою, вот так вот перевели сюда его, чтобы там это место было там. Ёпт твою. Пиздец. Наконец-то, да? Какой самый дорогой камень-то, дед Моисей? Не изумруд, а вот как он, блядь? Самый дорогой камень, вот даже если взять алмаз ограненный, это бриллиант называется. Но самый, они редко, они вот на наших малых месторождениях появляются, очень редко. Да, я доскажу. Самый дорогой камень – это изумруд. Нет. Бездефектный, без трещин. Это редчайший алмазы есть вот сейчас вот Кохинор, Орлов, алмазы там. Он считается алмаз, вес идет в этих вот в этих. Ну как они? В общем, там 97, там 90. Блять, я маленький что-то. Ну что, тебя понесло опять марихуана, лучший самый камень, да? А все, где марихуану курил, что ли? Ни разу не пробовал. Откуда ты слово такое знаешь? Говорят люди. Ну, я вот в семье иногда включаю по телевизору, да, там, по радио. У тебя дома телевизор есть? Да, у меня... Ну что, пока выпивайте вам сырок, блядь, дед, открывай консерву хоть что-ли, блядь, ёпта, чё вы нити нихуя, холодец, блядь. Нет, я просто хочу. Чё хочешь просто? Толян, дорогой домой человек. Какой самый дорогой камень? Давай вспоминай. Да, блядь, не могу. Ну, хотя бы букву одну. Да не могу. Ну как? Кто-то ей рассказывал. Напряги память. Когда вы напрягаете память, я тоже иногда не помню, раз через... Ну, находят вот его вот... Где? У нас? Да. У нас? Да. Ну, это изумруд. Нет. Александрит. Во! Он светится двумя цветами. Во! При дневном цвете он зеленый, при... Александрит, да, самый это камень дорогой. Первого класса, но он, самый не, он не самый дорогой, он и один из дорогих, есть такой камень, Александрит, да. Самый дорогой. Лапочку поставишь, он красный, а так он зеленый, как изумруд. Ну, блядь, дед угадал, нахуй, приз в студию, дай ему выпить это. Ну, на, пожалуйста. Ему стопочку? Я сейчас это, на. Вам жестко.
Делегация. Так, ну и что, делегация с Александритом? А у нас... У нас он есть, Александрит? О. Нет. Вот, Александрит, я его видел один раз. Да? Где он? Где ты его видел? Кстати, у нас... Я не помню. Осколок, когда был осколок. Угу. Нет, Вовка. Не Вовка, не Серега. Ты его не знал, осколок. Он умер давно уже. Мы с ним все равно лазили по отвалам и по карьерам. А что там лазили? Металл собирали? Почему металл? Какой? Камни. Камни искали? А. Металл-то еще не знаю. Ну что, дед, находил что-то? Дед, ты скажи, что ты самое интересное находил в мусорке? Вот богатое, дорогое, что находил? Я вот находил золото. Кольцо. Слушай, ну, я могу сказать. Я коробочку нашел там какой-то там запакетином. Так, ладно. Коробочку, а там я кто-то по запасу. Смотри. Что ты доверяешь мне? Я накачу. Что это? А я? И ты? Ты меня при. Не, ну и что там в коробочке-то было? Да там серебряная цепочка. Самое дорогое, что это было серебро, а золото не трогал. Вообще хуйня. Какое золото? Люди не дураки же. Ну, телевизор это, понятно. Находил телевизор? С ним работаю. Что, наход? А, куда пошел-то? У меня. Так он отошел до пасы. У меня денег попался нет, а есть. Хе-хе, блядь, не, блядь. Давай, Моисей, не пропадай нахуй. Ну, давай, да. Кому там передать. Да, давай, ты кушай, закусывай, потом передашь. Да, нет. Я пока прикладываю. Кушай давай. Что ты не кушаешь-то, дед? Селедку открой, ты мать. Селедка, холодец, блядь, ты же любишь холодец. Помидорчики, блядь, черри, блядь, смотри, маленькие помидорчики. Надо вот так вас на общем фоне, блядь, снять. Так а ты его любишь, ты же сказал, не чтоб... Моисей спрятался. Так. Спрятался, типа не видно его. Вот Моисей паскудник какой. Люди отдыхают, он собирается, видите. Уходит. Вот хорошо ты не пьешь. Почему хорошо-то? Наоборот, плохо. Выпил бы с вами сейчас. Может, искупался бы хули. Не, вода холодная. Ну, люди вон купаются же. Я вчера ходил. Где? Туда, на речку мыться. Дед Моисей, куда пошел? Моисей! А дед Моисей там пацанчикам помогает. Дед, переворачивай мясо. О! Видишь уже, блядь, что-то. Это тогда курицу дед пускай забирает, раз ты не хочешь. Моисей пускай забирает. Да пусть забирает, у меня где варить-то? Сегодня дай маленько плеснуть водички, в смысле, чтобы они разлили парни, два парня. Вон, кого? Вон. Водички. Есть сюда варить? Давай, дед Моисей, садись кушать давай тоже. Нет, дайте еще. Бери пока, сложь себе крылышки, заберешь домой себе крылья. Заберешь? Вон, забирай. Не, ну просто бери, да все же прибраться здесь. Где ты? Да хоть где, блядь, пей. Какой весь? Во! Вообще полный. Дай Бог, что-то скушать. Храни вас, Христос, меня-то. Хотел стихотворение рассказать, блядь, и забыл нахуй, блядь. А? Стихотворение хотел рассказать же. Все? Приходит муж все, домой, а жену ебет другой. Тихо. Да они матерятся больше нашего. Ну, то есть, ну пускай без нас, блядь. Ну давай, ну. Бля, я им стаканчики принес, они. Мама приходит в лагерь. Ага. В тюрьме. А работала этим. Это анекдот или из жизни? Горит, переворачивай. Давай, дед, переворачивай. Нет, рано еще. Рано еще, да сказал. Подожди, уже там рано сложно говорит. Внизу, бля. Рано еще. Рано. Она работала этим кассиром. Никогда не ходила в отпуск. А денежки складывала.
Ну тут раз, нахуй. У нее 80 тысяч старыми деньгами. Она в печку затолкала. Все, мужик приезжает, дождь. Он печку бумаги натолкал. Просто подорожа сказал. 12-2. Дали ей кузнечку. Пятнашку. Повторяйся. Люди новенькие. А что я тебе новенькие расскажу? Не знаю. Тебя нету. Ты же Крым-Рим. Я что? Ты же Крым-Рим прожил, я же ничего не видел. Какой я Крым? Павел Васильевич. Я вас смотрел. Ну давай, ребята, так держать. Нет, я забыл. Что, не даете выпить? Крым-Рим. Нет, я просто. Ну зачем? Что, вкусно? Такой сыр ты, блядь, не бумажками ешь, блядь. Я... Ты, блядь, потом просраться не сможешь ведь. За золотинкой ведь. Знаешь ты мне чем, Паша, Павел Васильевич, нравишься? Че? Своей какой-то непосредственностью, вроде бы, и так, и совсем нормально все, правильно? Вот так тебя люди уважают, что ты вроде бы как, вроде бы образованный, интеллигентный парень, а ты как легко относишься и с ним, и со мной, и с другим. Так а что, вы же такие, так и надо. Такие же люди, как и все, правильно? Правильно, правильно. Обязательно, все, все такие. Вот и все, что, сейчас вам мясо надо. А ты, блядь, сегодня поешь с продуктами, с водочкой поешь домой сегодня, нахуй. Только не говори брату, что я тебе дал, понял? А то он ругать меня будет, нахуй. Или тебе водку не давать? Давай. Слушай, я потом в церковь три дня ходить молиться. Не надо мне, блядь, три дня, блядь. Свечку за здравие ставить. Ну, я не знаю, мне кажется, вот все хорошо, у нас все кончается. Не дай бог, конечно. Нет, ну ты знаешь, я, блядь. Ну, Вован, я к нему вообще. Да он про меня плохой никогда не скажет. Про Борьку никогда не скажет. Я никогда по лицу не был. Сейчас я ему передам гаду. Кому? Гаду? Вовке Рыжему. Так скажи, Борька, тебя гадом, сволочью. Передай, он меня сроку. Или у этого сестры. Я сразу в городе вижу. Или сестры у сегодня день рождения, или завтра. Нет, да, в этом я не в курсе. Мне все равно 101-м как-то они приезжали, у ней такой мужик здоровый, мы у костра еще... Васька! За родом идти. Говорили, все. Я говорю, Вовка, вы приезжай. А что он переедет на 101-й? Там же нет никогда, ему же надо, понимаешь, человек уже тянулся в эту жизнь, ему надо ходить. У меня чуйка всегда вот на металл, на это, не знаю, хотя вот мы... Нихуя пацанина. Ему 40, ебать, ему 50. Титки как у бабы. Перестань. Вот, смотри. Да и ладно, пофиг тебе, что. Давай ешь, вот, не перевай, что мясо давай. Ну а что, Дед Моисей? Вот, был бы ты помоложе лет на 40, были у тебя денег бы, у тебя лопатник был бы, может, оно свою пошло. Были у меня денег, да хуя. Было, если бы еще. Было и прошло. Да, и нет. А все равно, ребята, надо жить настоящим. Ну, видишь, уже с корочкой, блядь, уже все заебись. Ну. Оно уже нормально. Ты сыр-то съешь, блядь, сейчас, блядь, сыр-то... Не, я с собой заберу. Да я тебе дам, блядь, сыр, есть у тебя сыр, ты еще возьмешь. Майонез возьмешь, блядь, хочешь майонез? Васильевич, дорогой наш, спасибо тебе. Да, не, за что. Случайно, буквально, вот понимаешь, вот в чем... А где, вот если бы не на мусорке, блядь, не увидел бы тебя, блядь. Да вот я вот отошел, я хотел вообще идти, думаю, дай зайду, там, железки там пособираю какие-то. Завтра, может быть, рублей на 50 сдам что-то. И знакомый автомобиль. И я так шокирован, у меня просто это... От радости? Сухо встретили? От радости, просто, ну, судьба-то же есть. Ну, ты видишь, я тебе говорю, мой дед давно искал тебя, блядь, не мог найти тебя. А сейчас, видишь, нашел, но ну, ты стихи уже, а ты даже стихи не рассказываешь. Слушай, смотри, вот, я тоже, ну, у меня следы уже, я бородку я стараюсь брить, вот такие вот, у тебя к лицу. Бородку сбривай, а вот эти оставляй. А Любка мне сегодня сказал, что ты борете? Да дело не в том. Просто рад. А ведь никому не закажешь, вот им объяснять им, дуракам. Это же Любки, блядь. Что все, одно говорят. Боря толкаешь, Боря.
А кто цветы, я все равно светлые, там не тюльпаны, а вот эти. Как они вообще? Я все так вообще, я не ботаник, но разбираюсь. Подожди, маленький так. Не. Ой, нормально. Ты. Ну что, я так не забыл. Почему? Нифига. Я забываю. На букву П. Вот они такие вот. Подсолнухи? Перестан подсолнухи. Ну-ка, загадай деду, пускай он отгадает, какой цветок, блядь. Пускай угадает. Он ботаник, да? Ты хоть. Ты ботаник? Ты зоолог или ботаник? Них такой. А чем зоолог и ботаник отвечает? Не знаю. Не знаю, хорошо, я тебе скажу. Ну-ка скажи. Зоолог он с животными разбирается, а ботаник он с растениями. Ну, так. Вот. Ой, и вчера ты... я из этого сада притащил, привез, я что, я тут берет. Кого притащил? Букет этих. А каких не помнишь, да? Сейчас скажу. Ну давай, блядь, я уже это, мне самому интересно стало. Деду уже интересно. Дед, ты видишь, у тебя мясо здесь, сюда для его. Я отсюда вот забираю, дед, смотри, сожрём вот так. Тем более... Ну ты сыр-то здесь не можешь. Не надо, больше уже не надо, все уже. Сейчас самый жар пойдет. Сейчас все уже, вот сейчас надо было бросать. Вот смотри, ты соображай все. Пока все растопится, и сразу забросят, и все. Ну, я знаю, тебе не до нас. Но дело не в том. Не, Паша. Дело в том, что... Все понятно, хуйня, вообще. Так, да. Сейчас еще 2 минутки. И доставай, да? Да. Дед, посиди, пока стол накрывай, там, тарелки доставай. Так просто, Маша, приведется ему. Мне не надо, у меня дома... Чего ты? На тебе. Возьмешь себе курочку домой, дома приготовишь себе что-нибудь, да? А это поедите сейчас, что поедите, что заберете? Я возьму все. Нет, ему надо оставить, я все не возьму. Что, ты не будешь брать, конечно, дедушку? Да, сам возьмешь, что тебе дашь-то. Вот, возьмешь, дедушка даст. Давай сейчас мяско... Пусть дед возьмет. Сейчас дед, дай ему тарелки, он будет тарелки держать, а ты будешь потом укладывать мясо. Я ничего не буду жарить, дед возьми. Жарить не будешь, ты будешь держать мясо. Давай. Я ничего... Дед, возьми что себе. Да, блядь, ты сейчас мясо положишь просто, мясо себе на тарелку поесть сейчас, и все. Че ты какая? Дед Масей. Дед, не выбрасывай ты мусор, нахер ты разбрасываешься. Потом соберемся. Дедушка, не будь, блядь, какая-то нахуй. Мы же, блядь, бомжи, а не свиньи, блядь. Вот сюда его прибрать. Сюда забросим, все сожжем быстрее. Конечно, правильно, дед? Ребят, сожжем. Это ему он дай. Это он заберет. Не, ребят, ты смотри, что можно мне, что может тебе. Да мне в том плане, что... Ему нельзя, у него, блядь, это, диабет у него нельзя есть. Да, вон таблетки эти есть. Ему кроме водки ничего нельзя. Тогда все заберу я, да? Ты это... Дед на жесткой диете, алкогольной. Так, вот тебе, братан. На. Дед, ты себе помидорки возьми хоть себе. Нет, томаты бы надо, ребята. Не надо тебе? Не любишь? Люблю, томаты надо бы. Надо. Вон тебе хлеба. Давай, да. Братишка. Так. Давай, накладывай стол. Толя, вот давай, если тебе что душа. Не бойся, я никогда под лицом. Так я сам не был. Сволочи не был. Понимаешь? Это, если я был, так это только ты. Да? А это куда? Лапту, может, теннис будем убирать. Она сгорит. Убери его, на тару положи. Все уже, она... Давай тарелки, сейчас тарелка будет накладывать, нахуй. Василий, сделай не что. Просто это... А вот цветы я вчера приездил. Почки, цветы... Блин, ну, в общем, хорошие. А это ты зачем взял? Мы из горла пьем. А. Что, ножу тебе тоже? Забирай себе. Ребята мне обычно не нужны, но не выбрасывай же их.
ты деньги платил. Заберешься? Ну пусть дома лежат у меня. Ну хрустальные же что? Да причем хрустальные? Я знаю, что они хрустальные. Тут они... Не, ну вы просто, вы специально... Да я заберу их, чтобы не валялись. Заберешь, конечно, что? Можно жечь, ну черт его знает. Не, зачем, что они новые, зачем? Ладно. Давай мясо доставай, дед, нахуй, все, уже хватит, ешьте. А ты что? Да я не, я сытый. Угу, сытый ты. А, рюкзак-то у меня там. Ну ты вот сюда положишь вот, вот к этой курице. Потом вместе с курицей заберешь. Так это парни у меня был. Давай, помоги деду мясо наложить. Ты не подумаешь, я такой пьяный. Я нормальный мужик. Я тебе говорю, я ничего плохого не хочу ни тебе, ни ему. И я тебе благодарен, конечно. И... Дед, здесь мусор с чем прижми, потом заберем Николаевич. Пакет. Павел Николаевич. Да, Николаевич Павел. Уже... Фу, Павел Васильевич. Пардон. Да. Так, девок, вам о чем? Сыр, это... сыр в карман, ты чего убираешь? А? Замарается сейчас сыр там у тебя в кармане. Помогай ему мясо. Бери. О, смотри, какое мясо дедушка нажарил. Сам он же вам всем пяди во лбу, он же все может. Не буду фантазировать. Вот, они... давай. Так. Это нихуя не надо. Вилку берите. Ну, может, как что у меня это? Руками! Нет, у рюкзак-то у меня, как я повезу все? А зачем поищешь? Ешь, блядь, потом понесешь. Что-то. Не, я, ребята, ну... Блядь, мясо не хотят. Где ты тогда ешь, нахуй? Да пошли они. Не, я все унесу. Чего? Возьми себе. Че сего? Я у тебя ничего не беру, блядь. Я возьму. Черт побери. Не расстраивайся. Че не ешь-то? Ешь давай. Я не хочу. Хочешь выпить? На. Я хочу домой. Выпей, я так выпью. Я знаю, с тобой мы всегда. Мы никогда сухами не были. Ну вот, блядь, на пикничке, блядь. На привале, нахуй. На привале. Охотник, есть картина. Охотники на привале. Воевозовского. Ну ладно. Давай, дед, не падай духом. Не падай. Есть-то горка, а тут-то низко. Ты под горочку? Да. Ешь давай. Ребят, давайте я. Василий Николаевич, вы наш... Василий Николаевич уже. Василий Николаевич. Павел Васильевич, я что-то это... Василий Николаевич буду. Ну, это ничего страшного. Главное, что человек с добром говорит. Павел Васильевич, а ведь нас зачем жить доведешь? Довезу, конечно. Ты что? Дед, что с этим бангалом будешь делать? Забираешь себе его или что? Себе заберу. Не буду, я вам пацанам отдам. Ребята, нет. Ты отдаю. Все, а потом опять покупать? Ну потом, видишь, вам вы уже не будете. Пирожки купим лучше, нахуй, сейчас. Нет, ты не бросай, он целый же, он ничем, ну... Заберешь его? Нет. Заберешь его, дед Масей? Ну, мне некуда его забрать, ни пешка пропленного нет. Я бы забрал, но, ребята, нет. Паша, ну ты чё как это бросаешься? Может, завтра этого не будет? Пусть у тебя. Ну как у тебя? Ну, куда передашь там... По-доброму. Давай ешь. Я найду сейчас. Вот хоть дед поест, блядь. Ладно. Ты тоже ешь давай, блядь. Майонез он. Дед, бери майонез. Чё ты? Да вот пока мы ехали, да, кстати, майонез сейчас тоже ем. Ну я... Пока мы ехали, я сыром наелся, да и вот так вот все. Я бы Паша на того месяц забрал. Да что вам, парнишки, что, я не знаю, соберешь сейчас его, вытрясим его. Да вон сидят, привели его, вытрясим. Давайте, ешьте, кушайте. Так он рабочий, ну, Паша сам считает, тут я ему не советчик, ты тоже. Ешь, давайте, приятного аппетита вам. Спасибо. Ты хоть сам, ты у нас управляешь. Я сытый. От любви. Любовь это великолепно. Ну ты что, Мазей, не ешь-то, блядь? Дед, бери хоть кетчуп, что ли, кетчуп бери. Я, если можно, с тобой.
Не, не в том дело, ребята. Я нормальный, я такой же мужик. Ничем не отличаюсь. Я нормальный мужик. Метов я ненавижу, как собак. Да как хуже здесь? Чёрт. Бухай. Бухай, гуляй, да? Я буду. Всем. Бухай, казак. Последний день у казака. Бухай, казак, как песня поется. Расторгуется, поет. А потом плевать. Че он? Расторгуется, жив хоть? Поет? Не знаю. Как не знаю? Вот я телевизор не смотрю. Дед, майонез заберешь себе? Майонез можешь? Бери майонез, хоть хлебушком хоть на хлеб майонеза, бля. О, что ты? Моисей не ест, блядь, дед сегодня один только жует. Ну. Пусть обманут казака, а там гуляет. Ребята не казаки, а русские. Русский казак? Я не казак. Казаки, видишь, такой двуяк, они 9 мая 905 года, они всю площадь в Петербурге залили кровью. Кто? Казаки? Казаки, ты хоть историю знаешь? Сколько ты классов кончил-то? 9. В какой школе? В 30-й. 30-й, да. Виктор Иванович. Я учился в 11. Павел Рязань, спасибо за пикничок. Дедушка, видишь, какой сытый, блядь. Тремя зубами, нахуй, мясо разгрызает, нахуй. Ну, хорошо, потому что на природе. Сейчас я привет передам. Да ты ешь, кушай, привет, кушай, дед. Будешь? Ты давай, ешь давай. Ну-ка, дед, давай жестоко ему скажи, серьезно, ну-ка быстро ешь, нахуй, скажи. Дед Моисей, блядь, быстро ешь, нахуй. Вот сейчас дед старый, блядь. Ешь давай. Ругаться будет, нахуй. Что ты думаешь, на водке проживешь? Нихуя. Нихуя ты не проживешь на водке. А ты что думаешь? Водку пьешь с закуской? Ты все равно крякнешь, как бог решил. Мы же никто так не знаем. Так и будет. Вот так вот. Ты хоть ешь там какую-то копченую колбасу. Да завтра. Хоть что ты ешь. Да. Как Бог сказал, так и будет. Да. А с другой стороны, а и плевать какая сторона. Мы знаем одну сторону. Что там, много передавать? Да нет, немного. Давай я пока. Кушайте, дай, кушайте сейчас, блин. Иди искупайся хоть, дед, поплавай. Ну, конечно. Мыло кусок. Масей, иди купайся. Да. У меня есть. Не вода холодная, все дороже. Вода холодная. Ну, бля, где дети купаются? Дети купаются, и мы купались. Да, я четыре. У тебя же гниет. То ли, ну. Майонез бери. Ничего не ругайтесь, чего вы ругаетесь? Я не ругаюсь, просто обидно. Вот тебе, на. А это что, кстати? Рыба. Не рыба. Курица. Курица. Дед, на тебе. Она жир какая-то. Да какая-то как подливка с шашлыком готова. Что ты тебе, блядь, не уебывайся, бери и ешь, блядь. Значит, ты меня с дома тут довезешь? Да, блядь, завезу же его. Я сразу же это. На, сразу же тебе. Хлеб. Давай. Дед, давай на мусор, чтобы я не вижу ничего. Эту забирай. Нет, да, я заберу. Она больше некуда вот. Вот, ребят, мангальчик парням отдал. Сейчас, ребята, мусор соберем, включусь. Сказал за пакетом, мусор выкинул. Кто там пишет, ребят, что ты все быстро торопишь, ребят? Ну, если я вижу, что сюжета никакого нету, то смысл тут снимать эту воду, там, как они просто тупо сидят. Если бы был какие-нибудь сюжеты интересные, я продолжал бы снимать. А так, ну, нету. Ну, сейчас соберемся. Поехал по домам. Нет. Так-то, Паша, я отдаю последнее-то. Парням отдай это парню уголь. Да, чтобы сожгли. Да, отдай. Дед, собирай. А ты собирай это, да? Подожди, что. Все. Парни сделают. Вон, забирай. Да. Пацанам, ребята, уголь, что парни. Я все, сыр взял? Да.
Все, дед Васей, пошлите, пакеты берите. Нормально все. Все, чики-пуки? Скейтер взял? Взял, все. Давай. Ну все, пикничок удался, дед наелся. Все, давай друг друга под руки берите, пошлите, блядь. Да не, не надо мне под руки, блядь. А что? Я сам дойду. Потому что... Надо, я Моисей, неси до машины. Я сам дойду под руки. А что? Не надо, брат. Я не снимаю. Ну что, Моисей, доволен? А водка-то где у вас? Два пузыря. Ты пузырёшь? Ему он дал. Там один пузырёк. Тебе отдал, да? Да. Мы все ровно поделили, потому что мы человек. Вот я тебе дам там еще где-то, у тебя есть. Как? Так что не говори Моисею ничего надо. Да перестань. У тебя не удалось это, ну не было. Ладно, все, не расстраивайся. Меня именовать что? Ладно, да ты мне... Пашка, черт тебя побери. Да. Ты молодец, парень. Сейчас меня это довезешь. До куда? Ну, до туда. До туда? А тебя откуда, Моисей? Моисей. До свидания. Довольствие. Победы. Победы? Да. Хорошо. Блять, никому не передал. Как тебе? Да не надо ничего, передал всем спасибо. Че, пошли давай, дед. Носи, догоняй, блядь, а то пешком пойдешь. Никому я не передал ни Максиму, ни хуй. Как ты передал Максиму? Ты что, блядь, дед, повторяешься, дед? Ну-ка, Моисей, скажи, почему дед повторяется постоянно? Ну, скажи, чтобы не повторялся. Что? Почему повторяется? Еще кому-нибудь надо было. Да ладно, мне передай. Передай Павлу Васильевичу привет. Павел Васильевич, тебе, дай Бог тебе здоровья и самого хорошего. Побольше денег, да, чтобы, блядь, было? Да. Да. Чем, если у Павла Васильевича много денег, знаешь, бомжики тоже с деньгами. Да? Все, все в пределах. Все, ребята, вот такая база. Видите, ну, сегодня прохладненько. Хули, скучно. Прохладно. Дед, Васильевич, тут... Да, дед Моисей. Тут столько женщин ходит. Женщин? Где-то можно. А вот скажи, пожалуйста, вот смотри. Ага. Вот я, конечно, такой вопрос. Дед говорит, Толян, что у него член не сидит. Я стыд? У меня? Да. Нет? Ну и... Всегда. Два ипотента. Всегда. Всегда не стоит? Погоди, до тебя доберутся. Блять, дай бог мне до 70 лет ее дожить. Мне маленько будет. Вы кашом взяли руки. Че? Да, ты очень молодец. Ладно, давай. Реально, вот с этими людьми тебе легче. Со мной это трудно, я маленько по образованию, но... у меня всегда стоит, но у меня на любимую женщину. А, ну то есть вот так вот, да? Вот и все, да, это так. А у тебя как любимая? Люба? Люба. Для которой ты хотел миллион потратить? Да. Молодец. Моисей. Не, Моисей. Моисей, ты-то умный мужик, я знаю, хуже. Я не умный, я... А у тебя сколько образования, дед Моисей? У меня высшее образование. Не, высшее. Почему высшее? Высшее. Институт физической культуры. Физически? Да, я техник нашей культуры. Закончил. Да, это был. А дед, у тебя какое образование? Никакого. Пошли сюда. Жил, было у меня и в институте учился. Ты в институте учился? Да. Ну, посадили. И все? Не доучился, да? Ладно, ребят, что, мы поднимем сейчас. Дед Васей, давай я прибегу. Спасибо. Только вот сейчас у меня, знаете, дай Бог, чтобы это сельское было. Образование. Ну. На тракториста учился. Ну ладно, что, трактористы, поехали по домам разводить мужиков, нахуй, да, дед Васей? Да. Спасибо большое. Ну все, ребята, все приехали. Давайте, чао, какао, мужики. Спагетти не забывайте. Ты давай нас не забывай. Да я не забуду вас. Давайте. Все, да, бегите. Дед, воскресенье там же. Да, обязательно. Давай, Моисей, пока. Чао, какао. Давай вместе выйдите, блядь. Давай. Вместе. Давай. Паша, удачи. Там же. Все, давайте, все там же. Там нет, же. Удачи на я не пожелаю. Сижу. Почему? Удача, она женского рода. Да. Я тебе здоровья пожелаю. Спасибо, дед Моисей. Это мужского рода. Давай. Ладно, удачи, она такая дама. Давайте, все, пока. Пока, Паша. Давайте, пока, дед. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо, девушка. Ты поешь в ту сторону. Максим, спасибо тебе большое. Все, давайте, пока. Давай. Дед, пока. Забирай пакет. А это что за пакет? Ой. Ну, что ты, а вот это что за пакетом? Это вода. Это вот. А это мой. Давай, забирай. Все, давайте, пока. Надо тебе? Не, зачем? Не. Я говорю, забирай, ну, просто. Ладно, давай, пока. Давай, пока. Пока.
Нет, Моисей, чао, какао. Короче, Паша. Воскресенье, да? Воскресенье. Да. Как обычно. Все, понял. Да пока, бью, пока. Давай, чао, какао, значит. Да нет, все нормально. Васильевич, ты уж извини. Да все нормально. Я никогда не рисковываю. Да, в принципе, мне ничего не надо, но просто я рад, что так получилось. И вообще я. Да ты знаешь, Борька никогда... Борька все, давай, равно. Борька, пока. Он никогда под лицом не был. Никогда. Дверь закрывай, Борька. Позволь, я же не 7-5 во лбу. Блядь, все Борька знает, на. Лай, я закрою бы там, Борька. Давай, будь. Давай, Борис, давай, чао, какао. Береги себя. Удачи. Давай. Всегда. Все. Будь здоров. Ага. Все, дойдешь нормально хоть? Вот. Дай мне, вот я к Димону, а потом к себе. Давай. Давай, все. Слушай, а что, где встретишь? Ну, где ты? Да где тебе, видишь, ты, я бы тебе кажу, неделю бы так бы продукты. Не надо, я не могу каждую неделю. Нет, я знаю, воскресенье. Ты вот с этими ребятами, у тебя какие-то деньги. Но мне это не надо, ну просто я рад, что как-то вот. Ну, ты пойми меня, ты сам знаешь, что мне это не надо. Все нормально, не бойся, я... Никому не скажешь хоть? Ты голубоглазый, ничего тебе не скажу. Никому не расскажешь хоть про меня? Никому не расскажешь, что я миллионер, что деньги зарабатываю много, понял? Это наш самый секрет. Ты был? Какой-то стать, да, еще. На тебе. Чего? Денег. Да ты... Тоже будешь дохуя получать денег, видишь? На, прячь их. Все, дед Моисей, давай беги. Давай, Миша, наши. Зеркалец. Почему? Я тебе говорю, будем все, ты деньги, я буду деньги получать. Только никому не рассказывай, мы вдвоем будем получать, понял? Хорошо? Все. Гуден такт, есть контакт? Гуден такт, сидят кланяться. Вот красавчик. Гражданин, контр-адмирал, есть? Все, давай беги. Да беги, тоже, блядь, что все увидят, тебя отоберут все нахуй. Давай там у тебя водочку попей, хорошо. Пардон. Положил. Ну все, дед, я поехал. Пизду тебя не переслушаешь. Удачи тебе. Давай, дед. Дай Бог. Дед Моисей, пока. Фигушки пока, паскудни. Ребят, что делать с машиной, блядь, машина греется, хер поймешь, надо все, ремонт, ребят, все. Ну, в общем, как-то так, ребят. Серия, конечно, получилась, ну, скажете, там не очень, ребят. А серии жизненные получились. Вот так вот. Вы же сами там хотите, чтобы я бомжей там куда-то напокушать их там, напокрыть. Ребят, ну, не то это уже пальто получается. Не жизнь бомжей, а просто, блядь, какой-то театр зрителя. Так что как-то так. Ну, не нашел, ребят. Ничего страшного, что такое бывает. Ну, пальцы кверху. Не забываем подписываться на группу ВКонтакте, на все. Это будут ссылочки в описании, ребят. Так что как-то так. Пальцы вверх. Пока-пока.